Друзья, всем привет! Сегодня понедельник, 22 число, 22 декабря 2014 года. Сейчас будет супер фееричное событие. Я пробегу, а Степа проедет на байке вокруг острова Самуи. 56 должно быть километров по кольцевой дороге. И этого до нас еще никто не делал на моей памяти. В интернете посмотрел, такого нет. Вот попробуем сделать то, чего не делал никто до нас. Больше 10 километров, 1/5 часть маршрута пройдена. Начинаются горки, которые первые горки. Это самый маленький подъем. Попробую. Тяжелейший участок пути, практически, можно сказать, перевал. Здесь вспоминаются Высоцкий. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Друзья, ну 22 километр, и мы останавливаем этот эксперимент, потому что две дистанции подряд я пока не готов к этому. Не всем целям должно сбыться, и мои 1000 километров, ну, простите, в этом году не получится, наверное, и оббежать вокруг острова Самуи тоже. Спасибо всем, кто следил за моими побегушками. С Новым годом, дамы и господа! Хорошей вам зимы, снежной, радостной. Улыбайтесь, бегайте. И давайте в следующем году бежать марафоны вместе. 4 марафона в следующем году – это минимум план. Выбежать из 3 часов в июне или в июле месяце – это еще один план минимум. И пробежать 1000 километров за 4 месяца – это тоже реально. Но сегодня Самуи остался непокоренным. И любой человек, который пробежит вокруг острова, заслуживать будет моего респекта. Пиши, человек, если у тебя получилось, поделюсь опытом, расскажу, как не стоит бежать. Все, спасибо. С вами был Сергей Черепанов. Увидимся.